Сегодня у нас утро 8 октября 2020 год. Здесь вот я на кухне чебарничаю. То есть варю данную мульташу молочную, рисовую. Сейчас мы тут собираемся в дорогу. То есть 10-го, даст Бог, числа мы выезжаем. Вот помидоры. Сейчас у нас завтрак проходит. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящая праведного погибнет. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Псалом 34, псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжащимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму. Сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи. Сегодня у нас 10 октября 2020 год. Мы отъезжаем. Братья. Он там впереди едет. Машина Сергея, брата. За рулем едет Игорь Барабаш. Все увозим. С потеряевки выезжаем, оставляем ее на зиму тут, мы, по крайней мере. Хотя тут зимой, наверное, тоже по-своему, да? Хорошо. Зимой метр снега, ходим по снегу. Ну тоже по-своему, Господа, все чудно, конечно. Больше времени. Думать, надо читать. Ну да. А есть ли на это время? А? Есть на это время? Ну, больше времени, чем лет. А, ну понятно, есть, да. Есть, конечно, да. Уже уличных работ-то нет. Ну да. Там управился. Думаю, уже. Немножко снега огреб где-то, да? Да. Слава Богу, за все. Снимай немножко. Не стекла. Вроде вес распределили нормально, да? Да, нормально. Потом на хорошую стену. Я ожидал, что больше вес. Ну, в этот раз у нас в этом году в 3 раза меньше картошки было. Из-за того, что дождей вовремя не было. С Богом! Оставайтесь! Вот мы продолжаем ехать. Сейчас проехали уже. Вот Ребриха.
Заезжаем на заправку заправиться. Брат Игорь там за рулем. Это машина Сергея. Второй. Доедем до дома. Сегодня у нас такая пасмурная погодка, что уже осень, утрами уже заморозки бывают. То есть все как Господь заложил в природу, так все происходит круглый год. Слава Богу за все. Вот мы приехали в Барнаул. Наконец-то, слава Богу, с Божьей помощью добрались. Заехали на улицу Ползунова. Вот наш дом. Ползунова 8. 6, вернее, такой 8. Вот уже братья вперед подъехали. Легко бы. Все, я пошел. Вернулись на зиму в город. Все закрыто. Сегодня у нас суббота, вечернее богослужение должно быть. Косточки, чернушечки выросли, побольше стали. Но, коточки. Но, киски, 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 долголотые коточки. Вот они, чернушечки, чернушечки. Да. Ну вот так вот, слава Богу за все. Аллилуйя. Заезжает на Ползунова машины. Это вот Андрей Устинов, брат за рулем. Да, жопка. Грузили не по-детски.
Ну, разгружаться. Богу. Все. О, господи. Все, нашел ключ. Он там да, чуть не упал. Что, мне тут пока стоять? Ну пока здесь, ага. Все, пока я тут фонарик. Все, кошек надо. Поставили. Кошек надо вытаскивать. Это Надежда Васильевна. Косточки нашей, коточки, да. Это вот два кота, белый и рыжий. Это чернушечка с палей. Сидят там. Маленький монастырь, монастырек у них. Все, слава Богу за все. Лови. Покатилось. Вот мы разгружаем машину. Сейчас все в храм затаскиваем, там брат Андрей нам подает. Вот у нас что, репа, это отдельно надо вот это положить. Запускаем тыквы вот большие, вот так. Видно, что картошка, морковка тут. Ну так я не ожидал, что... Она не жвасина там. Это Володя где-то тут нарастил. Конечно, старался. Тыква, до того удивительно, что тыква. Здесь банки у нас с вареньями, с оленями всякими. Вот. Здесь вот коридор все ставим пока вдоль коридора. Вот это в трапезной. Тоже сюда уже начали. Здесь вот у нас подпол. Будем все туда спускать. Там погреб большой. На несколько человек хватит, на несколько семей. Вот. Это вот продукты тоже еще будем они раздавать. Они твои мешки, но подписаны давно у нас были, лежали. Тут еще твое мясо. Давала, потом Володя, это забавлено. Все, ничего не было. Так, уходи с дороги. Все, потом разберемся, не беспокойтесь. Чего вы беспокоитесь? Это все наше. Мы тут дадим, сколько тебе надо. А Володя что-то, при его работе. Надежда Васильевна, вы идите, Спасибо. Идите иди, спокойно. Стой ты здесь, зачем же ты нужна? Чего? Это они грузили там, в первую очередь. Твою не могу никак попасть сюда, при всем желании. Ага, морковки, картошки, репы. А тут сколько еще варенья разного. Деревни езжайте люди. Деревни. Да, будете пахать. Помогай. Сережа, а не стой. Мне придется помочь кинуть две кровати. Чтобы он сказал, что сам сделал. Одна кровать мне в мою комнату, что вы поставили. А вторая кровать будет для вас. Ну все, в принципе. Мороженое, это рыба мороженое. А куда я буду? В мешке тоже. Но. Тоже? Да, мороженое. На остальное там разморозить это, кофе. И можете взять себе или переправить с кем-то. Аккуратно отрывать, так когда разберем. Это мы один день только ловили, один день. Я вам перешлю. На, положи. Где-то здесь, положи. На.
Это пока молодцы, здесь, брат. Вот сюда вставь. Мороженое. Скорее вот тут завести. Ну все, слава Богу. Ну все, я прекращаю. Все. Слава Богу за все.